В принципе, правильно, с одной стороны. Как-то да. Ну да, налетишь, а там... Через 10 секунд выкинем. И... Давай. Двоих выкинул. Там кист опять я тебя тихо слышу, если честно, вообще. Давай, поехали. Слёдный. Ира, а может быть не жди, только не ввязывайся бы, лети прям, ну, как бы, в сторону. На танке, да? Да, ну посмотришь там, ну повыше что-то, понял, да? Угу, я понял. Мария, что там ждать там? Так, а наших трое, да, Ила? Да, Ила, вот, уже. Нифига, ну, помоги, Ила, чуваку. Да, сейчас вот должен зайти автомат. О, у меня курс заработал. Ну, отлично. У меня не мог подлагивать, я не знаю, что. И у меня тоже лагает. Тоже фрезы. Маленькие, ну. Да, маленькие. Видно, какая скорость. 280. Набираем 250. Так, ну я, в общем, с набором. Ой, ты выглядел. Вы на 41-й догоните сейчас меня быстро. У меня 42-й. Первый. Я говорю, выглядел вперед. 266. Да, 300 держу. Так, это вот наблюдает. Третий куда-то стал. Ага. Ты ж пишет сервер перегружен. Юнир, это... Тише, тише. Я думал, вы на 41-й. Я на 41-й тебя догнать не могу. 270 иду. А кто сейчас вниз резко падает? Лайер, наверное. Танкист вот сейчас под Илами будет выходить. Да, под Илами тоже прохожу. Да у меня с набором скорость меньше вашего. Логично. Нормально. Сейчас я подрезаю скорость. У меня. Айсберг. 310. 270. 270 иду. У меня 390 по прибору. У айсберга 270. У меня нет, у меня 310 сейчас. У меня 370 по прибору. Кто так, стреляет? Танки ты вниз? Нет, я вот так вилять буду туда-сюда. Там кто-то у тебя на штын, по-моему, нажим. Так, атакуй, стрелок. Наблюдаю, да. Враг где-то. Не вижу. Они на мусе. Вы речку прилетели? Так, да. Там бой идет впереди. Так, а где стрелок-то? А я не вижу никого. Стрелок сковал кого-то, где-то ворог есть, там. Я у тебя на 60. Я понял, я не вижу. Я вижу два ИЛА, только и все, никого больше не вижу. Ладно, будем считать, что это будет какой-то. Стрельба на цель. Да, мы все же стрельба. Короче, сейчас будет. О, сосался 300. Ир, ты к цели подошел, нет еще? К цели время. Я буду чуть-чуть речку перейти. Так, на цель в бой там есть. Пойдем туда, ребят, я потому что... Думаю, нам надо... Кто-то до вами прошел. Кто-то до вами. Кто-то дымный прошел, это есть. Наш. Так, кто-то что вами? Ты, Лайер, ты что рассказал? Мы идем на цель или с силами? На цель война. Да, пошли... Это... Так. Я его, если честно, потерял. Вы еще что проходит еще? И вы вот подо мной были. Я выдвинулся на цель, но меня ужасно лагает. Ой, меня тоже вообще ладим, вот мне. Так, один. Одна. Какая-то выражение уходит влево. Вижу его. Оставим с вами. Давайте, оставайтесь. Привет. Да.
Не понял, Юнир. Ты где? Даже сзади тебя это знать невозможно. Танкист, ты с кем-то сошелся? Да-да-да, это свой. За ним кто-то идет. Это не ты? Что-то большое. Я не знаю. Так, я вот вижу тебя, я слева у тебя. Там синий клуб минимум два. Минимум два синих, да. Высоко? Вверх. Один высоко, я сейчас за ним тянусь, а остальные низко все. Вот набираюсь. Вижу речку. У меня очень сильно лагает, блин, очень сильно. Так, в левом вижу кон, пошел проверять. Два места. Это в левом свой. Свой разве? Вот я сейчас к нему подлетаю, это свой влево. Вот сейчас да, с ним пересекаюсь. На цели три месяца. Так, вылы. Вы к речке подходите, наблюдаю вас. Да, да. Так, танки, все, пошли, это, 270, пошли, это, там надо их занять. Понял. Тут наших нет никого. Давайте по-быстрому, там, стоп, два танчика и это. И надо уходить. Так, сильно наверху никого нет, да, вверх? Тысячи полторы максимум. Красиво, все остальные ниже. Старые тысячи. Ага. Блин, лагает тут просто. Я ничего не вижу. Это нет. Сервак у них, видишь, что-то перегружен. Ты видишь противника? Стреляй. Блядь, я вижу, нашего бьют. На целью? Недалеко от цели, да. Наши еще не подошли, Олай. Я вот... Да ястреба хуярят. Я на перекрёк. Прям возле речки, мессер, но тысяча. Куда? Я не хочу туда идти, это... Помоги ему, если сможешь, или далеко тебе? Да нет, я вот на шести у него. Ты тянешься? А, я понял, тянешься за ним. Так, ты тянешься, значит, я смотрю, что за тобой. Да, и по нему... Гир, поможешь там тебе, что? Да. Всё, да, принял, свою всю лань там. Делай, подходите, да? Да. На заходе. Поперёк заходим. Давайте. Скорость 270. Там 36. Работаем самостоятельно. Я отхожу влево. Влево, да, там есть. Сейчас не вижу повышения. Подожди. Это не вон я. Выше. Выше, да, но выше... Я подхватил высокую. Так, ну я его бросил, он уходил. Да, он тянется наверх, делает переворот через деву. Гир, а не сможешь его сверху ударить? Я на чуть-чуть выше их. Сейчас кто-то вниз, вот этот самый высокий вниз падает на кого-то. Я иду на него. Вот тот, кто падает, я на него. Я тяну их за старое место, которое выше меня. Я тут набираюсь. Спереди все танки убиты. Танкист, меня видишь? Нет. Тяну их высоким местом, которое на солнце. Чуть дальше середины. Да, вижу, у тебя чисто. Тысяча у меня. Танкист, ты тянешься за кем-то, да, бля? Нет, Лайерт вроде тянется. Я аккуратно. Блять, слева еще куча мест. Главное, что он не... Так, он перевернулся, вроде вниз на кого-то пошел. Я под атакой сейчас буду. Переходи. Так, танкист, он на тебя строится, готовься уворачиваться. По-моему, не... Вроде чисто у меня. Да. Слева. Нет, бросил, он выпрямился. Я его вижу, это не на меня он строился. Все. Вот я сейчас к нему подхожу. Сейчас буду атаковать. Да, наблюдаю, 46. О, я под атакой, там еще один нет. Блять. А это ты, да? А ты меня атаковал, что ли? Да походу дело. Так, я тяну за мессером. Наблюдаю, 6 твою вижу. Давай. Я не попал, да? Да. Мазила, блядь. А ты сейчас с такими лагами сейчас сам постреляй. Нормально. Да, такая же фигня. Так, Лайер, только... Блядь, я проскакиваю его. Залагал. Попробуй подхватить. Иду на него. Давай, я попробую, может, вывеситься за мной. Смотри, какие стратегические размышления с лагами начинаются. Это... Юр, с вами, пожалуйста, посмотри. Не знаю даже, где они, близко даже. Не вывешивается. Я, да, сейчас буду на него еще раз падать. Перечка, там перекресток, мол. Слушай, это Жень, я его не достаю. Я
Он нулями идет, я до него дохожу. И Вир, я так понимаю, на него заходит еще какой-то. Я не знаю, я... Ты на нулях за кем идешь? Да. Нет, я Виром. Ёбнул. Нет, я высоко. Горит бубновый. Ты чист, танкист. Бурушный, да. Женя, я на тебя смотрю, разворачиваюсь к вам. Твою шесть смотрю, надо штучку убить. Принял, вижу троечку над облаком, видать над целью. А вот кого атакую сейчас? Какой меня атаковали? Подходим. Танки, смотрю, твою штуку. Я наблюдаю атаку, строюсь на него. Влево, если можешь. Принял. Вижу. Тоже вижу. Блядь, задымился. Сзади немец. Ай-яй-яй, ну... Кто стреляет сейчас по немцу? На нулях. Я синий пробил. Пора отходить. Да, отходить пора, помните. Ну. И еще один заход там. Так, там есть... курс 90. 90, пытаемся отойти по возможности. Принял, пытаюсь спасти сейчас. Чувака, это тебя, наверное, даже. Я дымный, но я дымный. Прохуярил твоего чувака. А, нет, это не ты, блять, шкурка не твоя. Я выбился из боя, ты меня не волнуйся, из боя могу уходить, это... Отходите. Отходим с расстояния, айсберг, я не успел накрывать. Прыгнул, отхожу. Остался один ЛО. Танки не закрыли, да? Да там не поймешь, они все запущены, дубы стоят. Че там выбивать? Так, встаю 90, братцы, никого не вижу. Там дымные есть, ты одни где? Я сидел. Дымный, вот я его вроде спас, сейчас речечку перекрываю, пересекаю. Ну, я да? Справа от него. Это ястреб дымный. Иглов, один ИГ остался, отцы, чуть северный, загнал 90. Принято. Пытаемся, ну, рус, я не знаю. Чуть севернее, на пол квадрата. Кто вниз? Сейчас падает 6. Да. Мессер на кого-то заходит, ребятки. Блять. Бир, ты его видишь, заходишь? Я не знаю, насколько я захожу на него. Конечно. Так, я захожу тогда. А, вот он его по нему стреляет. Крыша. Принято. Да, возможно. Танкисты сейчас стоим, да? Да, я за ним вот стою влево. Лично, я чуть выше за ним. Давай, дублируй, я не смогу расстрелить. Да. Так, вроде доворачиваю тихонечко. Угу. Хорошо, на выходе вверх есть еще возьму. Понял. Если получится, хочешь. У меня чисто? У тебя, да. Так, он еще два передо мной какие-то, выше нас. Кто это? Вот вроде больших. Еще два места, еще два пришли. Так, да смотри, ну, 6, внимание. Все, я без БК, блядь. Ухожу на 90. Уходим, давай попробуем. Мной этот рус, ты отходишь, дымный тоже, да? Я не дымный. Я убит. Чё ты? Убит. Ёб твою мать, у меня 6. Я лопнул вообще. Два раза причём. Тяну, не дотяну. Так, я тоже под серьёзной атакой, здесь двое, блядь. Суки. Не, так нереально играть, это всё бред. Просто. С флагами, с такими, да. Пока камеру повернешь, пока туда-сюда, я уже думаю, что ее не поворачивать, ни хрена, чтобы не могло. Пешую дорогу юнир летел на 300-250, а я на 400-350 не смог погнать. Разгоняйся вниз, пытаюсь просто это влево-вправо дергать и уходить в 90.
Кто, кто? Я без рулей высоты иду на триммере, блядь. Они... Вот, сука, опять. Прыгай, что ли, до нас дойдёт. Притёр. Не знаю, правда, на чьей территории. Скорее всего, на нашей. Где это, блядь, Волга, ёбаная? Не говори-ка, я тоже никак не могу дотянуть до этой Волги. Давай, давай, немножко осталось ещё. Четыре самоля потеряли, да, получается? Угу. Ракету пускайте, да, надо мной. Все. Бля, ну это, конечно, пипец.